Вот такая вот у нас помойка, которая находится на территории между Губровским переулком 2 и Тихьянская 85, которая принадлежит Северному округу, управляющей компании Северный округ, а убирать ее должна их подрядная организация Жилремсервис. И вот этот страх, который месяцами никто не убирает, не чистит, не вывозит. Из деревянных бараков, вот со всех этих бараков сливаются помои, вот они прямо на землю льют. Потому что надворные туалеты, которые должна чистить наша управляющая компания, она их не чистит. Уже, наверное, больше года, как минимум. Вот эти надворные туалеты, но туда просто даже подойти страшно, потому что там был случай, ребенок даже провалился. Кое-как вытащили, спасли по пояс. И вот этот весь страх они даже не собираются убирать. А вот Тихьянская 85, на первом этаже у нас находится поликлиника и жилой дом, в котором мы проживаем. Все вот это вот нюхаем с утра до вечера. Вот такой вот у нас здесь беспредел.